Что-то снится. А что, непонятно. Главное, или бежит куда-то, или от кого-то удирает, или кого-то догоняет. Смешно ты. Я сейчас тут рядышком лежу. И вот интересно. Встану. Стараюсь тихо-тихо встать, чтобы не разбудить. Крепко спит. А я обычно, когда встаю, ухожу, она глаз один открывает, смотрит. Закрыты. И потом бежит за мной. О, все. Вот я отошел. Там какой-то датчик стоит внутри, который показывает, что когда я рядом, тогда можно расслабиться. Как только я отошел вот на 3 метра, все, датчик чувствительностью 3 метра. Только отошел на 3 метра, все, сейчас побежит за мной. Вот я скрылся из вида. Все. Теперь я иду на этот диван, сажусь. Телевизор включаю. Сейчас. Ой, вот они комментарии. Проверять буду. Вот она. Рядышком. Сейчас через минуту она будет вот здесь. Вот. Вот. Ну, может быть, через две. Посмотрим. Вот, уже мы тут. Все. Датчик сработал. Хозяин должен быть не далее, чем полметра. Как только я отдаляюсь, тут же датчик срабатывает. Включается система тревоги. И все. Надо бежать, искать, куда это объект ушел. От меня, почему он удалился. Вот такой вот бдительный элемент. Радулька, Рада, Рада, она еще спит, это она сидя спит. Видели, как она красиво так лежала и ножкой дёр. А я взял, встал и нарушил ее идиллию. Сейчас ляжет, будет спать. Она видит, что камера на нее направлена. А я уберу вот так в сторону и посмотрим. Все. Хозяин рядом. Ножкой тронул, вот, блин, или камера услышала, что я включил. Сейчас я потихонечку, через минутку
она поймет, что я никуда не убегу, и тогда сможет расслабиться. А пока она, видите, в напряжении. Но тут еще, если честно говоря, видите, она куда смотрит? Вот в эту сторону. Тут напряжение еще такого рода. Сейчас я покажу, какое напряжение. Вот она. Вот напряжение, видите? Вот в виде шашлыка, в виде буженинки и в виде вот колбаски кровяной. Вот это напряжение. Надо снять это напряжение, иначе она не сможет расслабиться. Вот так вот. Ой. На. Все. Спит. Это она во сне съела. Ну что? Расслабила тебя колбаска? А? Что? Я не пойму, что делать. Какая-то она заторможенная. Пойду. Ой. Все. Лежу. Сейчас. Обычно 2-3 секунды, и она уже здесь. А тут что-то какая-то задержка, какое-то реле времени сработало. Ты где там? Рада? Вот так. Вот и все. Ну, давай так. Вот тут я начал снимать этот ролик. Здесь я его и закончу. Давай. Ложись. Расслабься. Расслабься. Все. Да какой там расслабься? Колбаса, знаете, честно говоря, она не расслабляет, она возбуждает. Теперь вон она меня ведет, видите, куда? К холодильнику. Ну что? Ладно. Придется, наверное, знаете, что сделать. Сейчас. Мне нравится в этой кровяной колбасе, что она легко режется, видите? Так, это Радочки, это Мирочки, это Лирочки, ну Лирочку, это Марсику, а это Жорику. Пошли поделимся с братьями старшими. Пойдем. Пойдем угостим. Где это? Вон они лежат на кресле. Колбаску будете? От радости. От радости. От радочки, я сказал. Лирик. Лирик, тебе еще на. Это потому что, знаешь, что Жорки нету, а Лирик, Лирочек, на. Вот так, умничка.
Лерочек на ходу. Она у меня выпала, колбаса. Я боюсь, он ее всегда это, кусает. У него ж мордочка длинненькая. И зубы вперед. Так, тебе дал. Тебе дал. Тебе два раза дал. А это Жоркин кусочек остался. Ну что, разделить? Ладно, Марсик, знаешь, что сделаем? И Лирик он смотрит. Нет, я так не могу. Жорки я специально не даю. Знаете почему? Потому что пусть там на розовых подушках получает. Лерочек, тебе, тебе, тебе. Научись ловить. Марсик умеет. Лирик тоже умеет. А ты не умеешь. Тебе еще надо учиться. Ладно? Как-то надо заканчивать ролик. Что-то я затянул. Это у меня пошло не в ту сторону. Ну, раз начнешь там, а потом не знаешь, как кончить. Ну, в смысле, закончить. Нет, как кончить, я знаю. А как закончить, не знаю. Вот, уже и колбаски им дал. Вот уже и показал, как Рада спит, расслабляется. Вот уже и успокоительное дал всем. А все равно, видите, не знаю, на чем-то надо закончить. На чем? Даже не знаю. О, давайте вот на чем закончу. Я обычно нашим землянам дарю цветочки. А это, знаете что? Это банан. Я выращиваю. Руки у меня колбасой пахнут. Да, вот еще хочу сказать, что вот он, смотрите, какой банан в зимнем саду растет, гляньте. Видите, какой громадный. Вот. Да, красавец. А это вот мои орхидейки, которые не цветут. Нет, вот один цветочек есть, и все. А почему они не цветут? Потому что все надо знать, как поливать, как ухаживать. А я в этом деле, честно говоря, не бельмеса. А вот подарить нашим земляничкам этот цветочек я могу. Вот я на этом ролик и закончу.